Накануне сотрудники ФСБ задержали гендиректора энгельского завода «Тролзе» Ивана Котвицкого. По данным местных СМИ, топ-менеджеры предприятия проверяют на причастность к коррупционному преступлению 4-летней давности. По одной из версий, речь может идти о даче взятки налоговому инспектору в размере 3 миллионов рублей. В конце февраля губернатор публично заявил, что 800 работников завода и дочерних предприятий ушли в вынужденный отпуск. Был объявлен локаут. На что Иван Котвицкий назвал эти сведения несоответствующими действительности. Следователями СК генеральный директор и сотрудник предприятия задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, предпринимаются меры к розыску и задержанию налогового инспектора. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.